Под председательством главы региона Нурлана Ногаева состоялось также заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений. Согласно результатам мониторинга правонарушений на территории области, за 3 прошедших месяца было зарегистрировано 400 дорожно-транспортных происшествий, из которых 366 произошли в населенных пунктах, 29 на автомагистралях республиканского значения и 5 на местных автодорогах. Самые тяжелые случаи ДТП зафиксированы на республиканских автодорогах, где 21 человек из 34 погибших скончались в результате аварии. Стоит отметить, что сегодня бортовой аппаратно-программный комплекс «Кибершериф» установлен на 21 патрульном автомобиле. Устройство круглосуточно патрулирует городские дороги, а также трассы республиканского и местного значения. Участники заседания подчеркнули важность обеспечения безопасности на дорогах и остановились на проблемах незаконного оборота наркотических и психотропных веществ. Для обеспечения безопасности на дорогах и противодействия незаконному обороту наркотиков необходимо объединить усилия всех органов и ведомств, а также депутатский корпус и общественный штаб. Приоритетные задачи в области безопасности граждан и соблюдения законности требуют постоянного внимания и скоординированных действий, продолжения работ по улучшению дорожной инфраструктуры, эффективному патрулированию и превентивным мерам по борьбе с преступностью является неотъемлемой частью нашей стратегии. Только совместными усилиями мы сможем создать благоприятную и безопасную среду для наших граждан и обеспечить стабильное развитие области.